Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами будем готовить соус из мандарин и меда. Для этого нам понадобятся мандарины. Мы их поделили на дольки. У нас тут 4 штуки. Масло. Вы можете взять, у нас тут сливочное, но вы можете взять подсолнечное, оливковое, какое вам удобно. И сам мед, естественно. Мы возьмем дольки одного из мандаринов. И мелко достаточно их нарежем. Остальные мы не трогаем. Удалим косточки. Как тут они нам будут мешать. Если вы хотите немножечко изменить вкус этого соуса, то добавьте туда кислинку лимоном или апельсином. Вот так. Мы не смешиваем вот эти вот наши кусочки и дольки. Эти кусочки мы убираем в стороночку пока. Мы поставили нашу кастрюльку на огонь. Сейчас мы добавим туда масло. Масло должно растопиться. Так. Пока у нас топится масло, мы будем добавлять в кастрюльку 1 столовую ложку, можно сверху, меда. И все это перемешивать. Когда у нас масло растопится, мы будем переходить дальше. Вот так. Масло почти растопилось. Теперь мы добавляем сюда наши дольки мандарин. И оставляем нашу смесь немножечко прокипеть. Минуты 4. У нас прокипел наш соус. Сейчас добавляем туда кусочки мандарина, которые мы порезали. Перемешиваем. Доводим до кипения и снимаем с огня. Вот наш соус закипел. Мы выключаем плиту и снимаем с огня. Наш соус готов. Его можно подавать к мясу, к рыбе или к любым сладостям. Если вам понравилось, оставайтесь готовить с нами. Пробуйте, экспериментируйте. Пишите комментарии. До встречи в следующем видео.